В этих амбарах зерно со всего Приморья. Это склады Михайловского отделения Госпродагентства по Приморскому краю. Поручение открыть филиалы по всему Приморью Госпродагентству дали краевые власти. Здесь приморцы могут купить крупы и овощи по ценам значительно ниже розничных. Для этого работает магазин. Вот, собственно, ваш магазин, да? Да, это торговая точка. Открыта была по распоряжению губернатора для торговли товарами по низким ценам. А вот с минимальной нагрузкой. Вот сами за прилавком стоите? Ну, я бухгалтер. А можете показать, вот, что тут продаете? Ну, в основном, получается, консервы, макаронные изделия, сахар, крупы, растительное масло, томатная паста. То есть прям то, что мука. Здесь производите? Ну, вот здесь продукты для людей. На днях здесь запустили линию производства гранулированных кормов для сельхозживотных. Ее производительность до 800 килограммов в час. У нас получается всего 10% мучки и 10% в составе отрубей, а остальное все делается из зерна первой категории. В то время как с Алтая готовый, который приходит, там основное составляющее – это отходы. Там даже пишется зерно второй категории, то же самое, мучка кормовая, и отруби. Также мы добавляем премиксы, мел, соль, согласно рецепту. И у нас имеется и протокол испытаний, сертификат в Тимирязи, кто сдавали. Но мы по обменной энергии превышаем, получается, привозной комбикорм. Наш комбикорм подходит для питания крупного рогатого скота, свиней, кроликов, уток, гусей. Кур тоже можно, но кормить, но он просто крупные гранулы. На склады уже приходят за новой продукцией. Она пользуется популярностью. В одно целое слились цена и качество. Неплохая установка, работает. Она произведена, скажем так, наш производитель в Сибири. Привезли, собрали, работаем, пока не ломается. Пока все уже настроили, работаем. Работа Госпродагентства – это лишь одна из мер поддержки как для фермеров, так и для покупателей. О других говорил в Рио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во время заседания Общественного экспертного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Сельское хозяйство поднять, фермерство сделать такое малое, то есть и чтобы было свое яйцо, птица, утка, индюк, бараны и... Что для этого там надо? И, соответственно, сельскую хозяйственную технику сюда везем. Хотя бы научимся отверточную сборку делать, мелиорацию, выращивать рис. Будем поднимать вот это все дело. Мы сейчас договорились с мэром, исполняющим обязанности мэра Владивостока, создание нескольких ярмарок, таких площадей, где можно всю эту продукцию сбывать, реализовывать, для того, чтобы фермер увидел, что есть у него возможность прийти на этот рынок. Ну и самое главное, что мы рассматриваем вопрос поддержки, субсидий. То есть мы в бюджет закладываем эту вещь, компенсации с федералами договорились, процентные ставки в банках, с Россельхозбанком контакт хороший сейчас. Он вот даже завтра, там, в понедельник прибывает зампред очередной Россельхозбанка, где мы ведем переговоры о том, чтобы мы имели возможность предложить хорошие ставки и деньги для начала открытия вот этого бизнеса. Ну и судостроение тоже попытаемся, грубо говоря, поучиться сначала у голландцев, а потом потихонечку привлекать малый бизнес, какие-то части, может, сами будем начнем делать, собирать. Потому что, смотрю, здесь много предприятий, которые что-то когда-то делали, что-то собирали, что-то куда-то двигалось. Решать эту задачу будет вице-губернатор Валентин Дубинин. В ближайшее время он отправится в рабочие поездки по Приморью. Вы знаете, то, что уже вот говорит Андрей Владимирович, я думаю, он правильно озадачил всех нас и правильно понимает сегодняшнюю ситуацию. Единственное, конечно, нужно время и финансы,
и понимание тех или иных коллег, которые на сегодняшний день работают в этой сельскохозяйственной отрасли или в целом и пищевая перерабатывающая промышленность, и кто производит эту продукцию в виде зерна там, или молочной продукции, или мяса. Вот. Дело в том, что этот процесс, который маленько упущен для Приморского края. Но растениеводство, отрасль более-менее, на мой взгляд, пока вот на скорую руку, более-менее, и соя вот выращена. Но здесь новая появилась проблема. Масложиркомбинат не хочет принимать продукцию по разным причинам. То ли он не может переработать, то ли он другие какие-то у него виды. Мы встретимся с руководством завода, попробуем разобраться. Но здесь нужна стратегическая линия. Нельзя производить то, что мы не сможем реализовать. Поэтому я считаю, пока мое видение, может быть, это не совсем правильно, что все-таки в растениеводстве надо немножко структуру посевных площадей поменять для того, чтобы, я не говорю об овощах, там, бахчевых, это там строго идет по количеству, которое съедим или продадим, в основном в Приморском крае. А вот что касается зерна, сои, кукурузы и других, связанных с кормовой базой, то больше направлять на производство тех культур, которые будут востребованы в первую очередь в Приморском крае. Это свинокомплексы, это птицекомбинаты, это собственное производство. И я даже думаю, что немножечко хотелось бы, вернее мне, чтобы наши руководители переосмыслили свое отношение к животноводству. Молочное животноводство пока у нас в Приморском крае сильно плоховато. И это не совсем простая отрасль, потому что туда проблема и поставить людей, и это очень трудоемкая такая штучка. Но все-таки я не говорю, что повсеместно это завтра начнется решаться, но тем не менее такую цель поставим. Посмотрим, как возможно стимулировать это дело через дотации, те, которые есть, или, может быть, которые по закону могут разрешены. Ну, в общем, вот так. К сельхозпроизводителям и вполне законно относят пасечников. Сейчас им необходимо выйти на иностранные рынки. В этом поможет новая лаборатория. Ее работу обсуждали всем сообществом на международном форуме. Липовый, цветочный, диморфантовый, разная палитра и консистенция. В Приморье производят больше 10 видов меда. Каждый пчеловод на форум приехал со своим продуктом, чтобы показать, как выглядит качественный мед. Я пчеловодством занимаюсь уже больше 33 лет. Попробовал очень-очень много сортов меда. Считаю, что самый вкусный мед у нас в Приморье – это мед липовый с липы маньчжурской. Он обладает таким очень нежным вкусом, таким глубоким послевкусием. И, как правило, у него мелкозернистая кристаллизация. Ну, конечно, кристаллы бывают и крупные, и средние, но мелкозернистая, как правило, больше всего нравится людям. А как определить качество меда? Сейчас, вот в это время, мед обязательно должен быть закристаллизованный. То есть вот, если он жидкий, значит, он подвергался термической обработке. Добросовестные производители, они не допускают нагрев меда при фасовке выше 40 градусов. Когда вредных примесей не появляется, например, фурол, или, например, погибают некоторые витамины. Если мед закристаллизован, это уже говорит о том, что качество у него хорошее. Правда, купить вкусный и полезный мед можно только в нашей стране. Даже главный партнер Китай в этом году у приморских пчеловодов принимать товар отказался. Все из-за документов. В Поднебесной ужесточили требования к экспертизе меда. Нужно все оформлять по мировым стандартам. В Приморье сертификаты качества выдает лишь одна лаборатория в Уссурийске. Но анализы меда в ней делают по внутрироссийским нормам и правилам. Чтобы выдавать документ международного образца, нужно другое оборудование и соответствующая аккредитация. Поэтому единственный выход – организовать новую лабораторию. Решение, с одной стороны, простое, с другой – сложное. Создать лабораторию здесь, в Приморском крае, современную. Оно простое в том, что
оно вот на виду, а сложное в ее осуществлении. Потому что эта задача требует очень больших финансовых вложений, это раз. И второй момент очень важный – это кадры. Потому что персонал здесь должен проходить обучение и подготовку специализированную. Форум «Пчеловодство в Тигрином крае» организовали Приморский союз пчеловодов и Всемирный фонд защиты дикой природы. Обсудить проблемы медовой отрасли собрались около 70 экспертов из Приморья, Центральной России, Казахстана, Испании и впервые Коста-Рики. Вопрос качества проблемный для производителей меда по всему миру. На полки попадает много подделок. У нас в Центральной Америке сильно обострилась конкуренция среди производителей меда. Мед продают в торговых центрах, на рынках. Это мед разного качества, и, к сожалению, человек не всегда в этом разнообразии может отличить хороший товар от подделки. Поэтому у нас очень серьезно относятся к сертификатам качества. В числе важных вопросов оказались развитие бренда приморской продукции, подготовка молодых пчеловодов и возможности развития за счет бесплатного гектара. А еще на форуме расширили экономические связи. Приморские пчеловоды договорились с Казахстаном о поставках нашего меда в республику. Еще одну проблему пчеловодов Приморья сейчас решают на федеральном уровне. В Приморье уничтожают липу – главное медоносное дерево нашего края. О своих трудностях уже рассказали члену Совета Федерации от Приморского края Светлане Горячевой. Для нее экологические вопросы как родные. Светлана Петровна работала природоохранным прокурором Приморья. Ну, я думаю, что мы должны помочь им на федеральном уровне, потому что на самом деле, по сути, они правы. Потому что в этой ситуации наша приморская липа, которая брошена в промышленный оборот, не просто липа, это реликтовые виды лип. Это липа манжурская, амурская и таке. Ее вырубать, она до 2007 года не вырубалась вообще, она была запрещена к рубке, учитывая, что это и главный медонос, вот, но еще и липа реликтовая. Вот. К сожалению, после принятия нового лесного кодекса эта функция запрещать перешла на уровень федеральный. И вот уже в течение многих лет и приморские пчеловоды, и администрация Приморского края, и законодательное собрание Приморского края пытаются доказать нашим высшим органам власти, правительству, министерствам, что это нужно сделать обязательно, потому что у нас она сокращается, эта липа, вот, сокращается достаточно интенсивно. Вот второе в этой ситуации, вот, все же приморская липа, как считают вот, пчеловоды, это 80% всей липы, которая собирается в Приморском крае. Это главный медонос для Приморского края, но и для Дальнего Востока тоже, понимаете? И если мы не временщики в своей собственной стране, мы должны подумать о том, чтобы липа это не сокращалась, чтобы она был нормальный естественный прирост этого очень важного для нас растения. И третий аргумент, который уже не выдержит никакой критики, это то, что фактически все 100% липы, которые вот так вот варварски рубятся здесь в Приморском крае, вывозится в Китай без всякой переработки. Это с какой стати мы должны, извините, еще и нашими реликтовыми растениями поощрять наших замечательного соседа? Пусть они свою там липу рубят и делают с ней все, что хотят. Поэтому это ну, и мой нравственный долг. И я знаю, что здесь 4 губернатора Дальнего Востока обратились в Министерство экологии, в Министерство экономического развития с помощью запретить эти виды лип. Пока этот разговор он больше напоминает разговор ну, глухого и немого. Один говорит, другой не слышит. Но наш долг заставить все же, чтобы нас услышали. Я, по крайней мере, полна решимости это делать. Промышленные рубки Дальнего Востока, промышленной лесов Дальнего Востока, липа составляет 0,01%. То есть для экономического благополучия наших арендаторов это ну, просто смешные цифры, понимаете? Вот, это никак не повлияет на экономику в таком плохом смысле слова. Ну чего же упорствовать? Но вот знаете, как хорошо, вот для того, чтобы получить прибыль, выращивая урожай, нужно там 7 потов с тебя должно сойти, чтобы ты вырастил этот урожай. Вот. А тут приходи в лес, руби и в Китай прямой дорогой отправляй. Вот так хорошие условия для наших уважаемых арендаторов. Но я, например, с этим никогда не соглашусь. Ну хватит сидеть на наших природных ресурсах, господа, научитесь перерабатывать ту древесину, которую здесь вы рубите, здесь, внутри страны, и тогда будет совсем другая прибавочная стоимость. Пчеловодам помогают на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном. Для каждого сейчас есть понимание, что можно увеличить не только качество, но и количество. Тем более, что в приморском меде заинтересованы не только в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, но и Европы.